Так, скажите, где вы это взяли? То, что на столе, так вкусно пахнет. Ах, гостей дождемся мы едва ли. Ах, давай под эту водки трахнем. Ах, не могу, давай, мой друг, скорей. Пока они плетутся по морозу, давай загубим маленькую розу. Пока мест нет прожорливых гостей. Ах, какие люди в прикиде. Ждет такси, вы не заплатили. Ах, с таксистом некрасиво выйдет. Ах, вы дома кошели забыли. Ах, не могу, чтобы я гостей встречал. Похоже, все они договорились. Еще они все явились, запылились. А мой кошель уже поискудал. Ах, какой у вас лепень не слабый. Сигарет таких вы не видали. Ах, вы познакомьтесь с вашей дамой. Где ж вы отхватили эту кралю? Прошу, мадам, я вовсе не нахал. Я перепутал вас, пардон, с гитарой. Вы в зеркало глядите этой парой. Мы на ура порвем весь этот бал. Ах, давайте тост за подороче. Ах, мы это все уже слыхали. Ах, под Новый год какие ночи. Мы же с вами их уже встречали. Так наливай за лучшие деньки. За наши с вами, да за хобот с ними. И пусть они задохнутся, волки. Их горе в том, что родились такими. Кто там свет включите в туалете? Я читаю Райкины страдания. Почитайте и потом помните. Мягче будут сопереживания. Ах, боже ж мой, 3 дня ее трясло. А мой сосед 3 года как трясется. Да хватит вам, ей все на том зачтется. Давайте лучше выпьем им назло.